Йоу, всем привет, ребята, ассаламу алейкум. Сегодня мы изучим элемент вращения палки вокруг кисти. Итак, чтобы сделать этот элемент правильно, вам необходимо. Держим палку ровно в этом положении. Дальше, раскручивая кисть, ладонь смотрит на себя, прокручиваем палку вот в это положение. Дальше, в этот момент я раскрываю ладонь, палка прокручивается вокруг нашей кисти, и мы ее ловим здесь. Еще раз, закручиваем на себя, раскрывая ладонь, палка перекатилась, мы ловим ее здесь. Наша палка должна спокойно перекатиться вокруг кисти. Помогаем себе пальцами. И раз. Раскручивая кисть, открываем пальцами, помогли. Открыли ладонь, поймали. Итак, то же самое можно сделать и с топором. Ну вот и все, ребята. На сегодня наш разбор подошел к концу. Обязательно пробуйте с двух рук минимум по 50 раз. Я верю, у вас все получится. У кого получилось, отмечайте меня, нашу страницу «Банду топоров». Всем удачи!